Всем здорово, чуваки! С вами Джайл, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA Battle Line с обалденной рубрикой «Битва эвакуаторов». Всем здорово! И сегодня, ребят, в зимнюю погоду мы с Пашей должны отыскать по 3 тачки на каждого вот на этих двух обалденных эвакуаторах. Нам нужно найти 3 машины в зимнем городке Сэнди Шорс, подходящие к 3 испытаниям. Сегодня, ребят, мы ищем машины, забираем их, тюнингуем, прокачиваем и далее уже устраиваем испытания. Это будет у нас гонка без правил, гонка по внедорожью, а также жесткое испытание «Последний выживший». Я, ребят, желаю вам приятного просмотра этого видоса. Приятного аппетита, если вы кушаете, поддержите лайком такой крутой ролик в зимнюю погоду. Нам будет безумно приятно. А также, ребят, не забывайте нажимать красную кнопку «Подписаться», такую же, как и моя кофточка. Нажмите ее, чтобы она стала серой. И тогда, ребят, вы не пропустите новые видосы по новым рубрикам. Ну а мы с Пашей погнали садиться на эвакуаторы и угонять крутые тачки. Ребят, давайте начинать нашу рубрику. Мы уже с Пашей приготовились. Пожалуйста, надел себе зеленые штаны, но, Паш, это тебе не поможет. Потому что я себе заберу сегодня зеленый эвакуатор, а ты садись в красный. Все, да. Ребят, смотрите, я забыл сказать, что мы засекаемся с Пашей еще ровно 8 минут. И именно за этот промежуток времени должны отыскать 3 машины для 3 испытаний. Паш, ты готов? Конечно, я готов. Раз, два, три, погнали! Время я засекаю. Все, мой эвакуатор будет быстрее. У меня эвакуатор новогодняя елка, а у тебя какая-то красный пупсень. У меня ребята, красный шарик. Какой красный шарик? А, новогодний, игрушечный. Да. О, прикольно, слушай. Надо будет мне, кстати, елку купить. Я бы не отказался от елки. Либо нарядить. Хочу очень сильно наряжать елки, ребят. О, мы когда вообще будем наряжать кактусы? Тут одни кактусы растут, да, короче. Реально. Это жесть, не одних елок, серьезно? А как? Я хочу реально елку уже поставить. Какую елку? Вон кактус поставь, это будет круче. Вау, чувак, ты куда рулишь? Ты чё, и водить не умеешь? Лодки тут перевозят. Короче, ребят, нужно отыскать там 3 крутые тачки. Смотрите, я точно знаю, то, что у меня сегодня будет суперкар, у меня сегодня будет внедорожник и еще какая-нибудь тачка, ну, первая попавшаяся, наверное. Можно или развалюху, потому что суперкар нужен для гонки без правил. Внедорожник для гонки по внедорожью, а вот для последнего выжившего я даже не знаю, что можно найти. Можно взять мотоцикл. Какой? Мотоцикл? А да, как ты мотоцикл мотик крюком подцепишь? Ты что? На эвакуатор его поставлю, короче. Да. Ты мне в прошлой серии запретил мотоцикл гонять, поэтому я тебе тоже запрещаю. Да, хотя было бы круто. Для внедорожья мотоцикл. Кстати, давай-ка потом как раз-таки проверим уже. Может, мотосерию какую мы сделаем, только байки будем угонять или еще что-то. Реально можно. Я пока вижу только одни развалюхи и ничего нормального. Слушай, нихрена себе! Слушай, а тут кроме мотоциклов еще, блин, это тоже мотоцикл. Ладно, тут снегоход стоит. Это только снегоход. Это мототранспорт. Тоже его лучше не забирать. Короче, ребят, я пока катаюсь по городу. И, блин, я хочу... У Тревора стопудов что-то есть. У Тревора? Нет, у Тревора ничего нету. Блин, тачки скользят. А ты проверял его, да? Я нет, еще не проверял. А я проверю, Тревор. Блин, ну может не надо. Блин, там пусто. Ретрак! Ретрак едет! Ретрак! Чувак, припаркуйся! Ребят, кто не знает, ретрак тюнингуется в Аренуар! Чувак! Ой, в Аренуар, Бигфут тюнингуется! Блин, он не паркуется! Ребят! Красава, чувак! Блин, ладно, я подожду, может быть, я увижу еще один зеленый ретрак, и он где-нибудь будет припаркован. Кстати, я пока поеду по дворам, ну, давай, смотреть какие-нибудь тачки. Смотри, там ребят, ретрак. Вот этот внедорожник, это хорошая мысль его угонять? В смысле ретрак? Мне кажется, плохая. Ну там этот, ты же ретрак хочешь, а я пока, знаешь, поеду по своим делам. А ты куда, у тебя есть тактика? Свалка? Да, у меня есть на свалочке тактики. А не слишком мне сильно ты охренел, Паша? Нафиг эту свалку? Блин, ну тут развалюхи одни, ребят, ладно, поехали нафиг отсюда, мне кажется, тут вообще ничего нормального нет. Хотя ладно, последний раз проедусь, если ничего не нахожу, то я отсюда уезжаю, потому что в городе вообще ни одной нормальной тачки нету. Да, нафиг надо, все, валим отсюда. Я поеду, знаешь, куда? У меня есть тачка в аэропорт Тревора. Ё-моё! Хотя, подожди! Ты всё, самолет хочешь угнать? Да, я угоню самолет, нет, у меня есть крутая тактика. Знаешь, там я ни одного ретрака не нашел, пока катался. Да. Но, ребят, если отъехать, а потом подъехать, то он может как раз-таки заспавниться. Это будет моя тактика. Какой. Да, такой красивый молодой. Это хитрая тактика вообще-то. Я, кстати, внедорожник нашел. Да! Какой слушай, я сначала подумал, что мне показалось. Офигенный, все, у меня есть офигенный, здоровый, гигантский, ой, внедорожник. А что он не цепляется? Блин, Паш, на свалке еще нету. А ты на свалке там? Да, давай. На свалке. А, машину рампу ищешь, что ли? Ё-моё, подцепляйся. Стой. Давай. Поехали, медленно. За мной. Лёха! Блин.
Чего? Твой внедорожник не сравнится с моим внедорожником, только он немножко ржавый. Да, 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 ты мой еще не видел. Так, да, конечно, давай, сейчас цепляйся. Я его возьму. У тебя не изаренный вар случайно, стой. Нет, нет, не изаренный. А у тебя изаренный вар? Нет, у меня не изаренный вар, у меня обычный. Вот только я его прокачаю, и он будет жестче твоего. Давай, 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 поехали со мной, поехали со мной. У меня такого шоколадного цвета, я назову это... Мармеладка. Ой, какая мармеладка? Шоколадка. Говорю, шоколадного цвета мармеладка. А, ты чё? Нет, что это за фигня какая-то? Ты на свалке откопал эту... Ты где? Давай, удачи, пока. Охренеть, стой, стой, стой. Я хочу такой же. Хотя нет, у меня круче. Ну, блин, ты где такой откопал? Ребят, мне кажется, тут ясно, у кого круче. Я думал, у меня самый большой внедорожник, значит. Так, давай, аккуратно, аккуратно, поворачивай, поворачивай. Ой, в дрифте, ребят, по снегу нереально трудно тачки перевозить нам. Поставьте лайк за такую жесткую рубрику. Вау, а как его цепить? Спасибо, отцепился. Все, ребят, едем снова в город. Мне кажется, там заспавнился ретрак. Пожалуйста, я хочу очень ретрак. Копец. Я уже за ним поехал. Это моя тактика. Ты чё мою тактику украл? Я послушал. Так, я надеюсь... Давай, кстати, ретрак. А там еще знаешь что? Тот катающийся зеленый ретрак, он может припарковаться. Я реально его угоню сегодня. А давай, там желтый обычно не вроде? Желтый? Не знаю, мимо меня зеленый ехал. О, скорая помощь. Заниженная какая-то, спортивная. Блин, что ли? Ладно, зеленый кибертрак, стой, какой кибертрак? Фу ты, ретрак, кибертрак, говорю, сейчас мы тут кибертраки парковали. Я нашел его, где? Тормози, пожалуйста, тормози. Он на ходу, нет, только можем угонять только припаркованные. Блин, а он вышел. Я из-за стены, ни хрена себе, ребят, вот это я удачно тут занесло меня. Я тачку нашел, спортивную тачку, Ламборгини старая. Это ламба? Я, походу, лампу старую нашел. Охренеть, просто случайно тут крутился ретрак, искал лампу, нашел. Все, это моя тачка. Ты чё, так, офигел? Аккуратно. Да, да, я офигел. Где? Зато у меня сегодня коллекция будет круче, чем у тебя. Я ее, наверное, заберу для гонки без правил. Ну, не знаю, либо для последнего выжившего. Да, для гонки. Она слишком красивая. Фиолетовая, тем более. Ребят, кто знает, фиолетовый мой любимый цвет. Поэтому фиолетовые тачки я всегда угоняю. Так, надеюсь, только развалюхи не будут фиолетового цвета спавниться. Чё там? Нашел что-то? Лёх, смотри, я нашел, короче, блин, развалюху. Это Волга какая-то. Волга! Ну смотри, у нас последний выживший, да, будет? Да, так что я, наверное, ее заберу на последний выживший. Волгу! Да-да, Волга, она немножко ржавая, но ничего страшного. Окей, смотри сам. Ну, ребят, мне кажется, Паша сегодня сделал грубочайшую ошибку, что забрал Волгу, а я пока нашел суперкар и внедорожник. Блин, я хочу еще тяжелую тачку, какую бы для испытания последней выжившей. Нужна машина. Машина жесткая такая, бронированная. Либо, наоборот, маленькая и спортивная. Подожди, может, тут еще один внедорожник. Волга! Да Волга у тебя нифига не маленькая, нифига не спортивная. Волга красного цвета вообще-то, ты что? Красный цвет, типа, опасный. Ой, стой, я вижу. Это что там за развалюха, ты угнал? Это круто. Подожди, дай посмотри. Так, давай, посыпайся, малышка, все, поехали. Что это такое, ты нафига не... Уйди отсюда, это спецгруз. Ты нахрена такую ржавую развалюху притащил? Понятно, кто-то сегодня проиграет. Просто... Что такое? Нихрена себе! Нихрена себе! О, Паша, тебе хана! Блин, ее же не подцепить! Что ты там нашел? Я нашел Гигантиуса! Просто машина Гигантус! Машина Гигантус! О, вон еще машина Кактус! Там еще тачка! Да! А ты как узнал? Билаз! Я не знаю, но ты сказал, самая большая машина, я подумал, блин, про Билаз. А ее невозможно подцепить! Блин! Вот за что? За что? За что? Вот, блин, нет. Ладно, давайте. А это что такое? Зеленая машина Кактус. Машина Кактус и Билаз. О! Двухмоторная турбо-тачка! Блин, она с двумя моторами! Подожди, а у меня есть спортивная... Чё делать? Ребят, у меня есть... Ладно, давайте я сегодня угоню две спортивные тачки. Для тогда... Это на гонку я хочу. Да, все, нафиг. Ламборгини от меня. Я ее не буду на гонку брать. Я возьму эту зелененькую зеленку. Да. Ребят, быстрее. А как им подцепить? Я Hot Wheels тачку двухмоторную. А ты чё? Hot Wheels тачку? Охренеть, ребят, два мотора. Турбо, пушка, гонка просто. Давай, паркуйся, быстрее. Акула. Ой, а у нас времени 15 секунд остается. Поехали. Оп. Да что ты такая, какая козябра? Я забираю. Ты что там, развалюху взял еще? Я кое-что нашел, но тебе просто не поможет это вообще. Вот ты понял, эта тачка самая лучшая. Давай. Сейчас я привезу. Офигеть, просто какая у меня пушка, гонка. Ну что ж, ребят, смотрите, я уже подвожу мою машину елку. Я назову так, елочные тачки сегодня у меня, зеленая коллекция. Елка, здорово. О, Паша. Ты что такое, белая машина? Это снеговик. Да, елка против снеговика. Че, а Тесла? Тесла? Какая, это не Тесла? Это седан какой-то.
Ну это не Тесла. Я знаю, как Тесла выглядит, а не по-другому. Не-не-не-не-не. Ребята, зеленый цвет тоже, кстати, прикольно выглядит. Такая елочная серия у меня сегодня. О, кстати, просто мой любимый зеленый цвет, он цвет елки и цвет, ну скажем, шоколадки, конфеты, наверное. Конфеты. Шоколадки, допустим, шоколадка будет. Ребята, просто это может быть еще кое-чего цвет. Короче, я видел, сегодня мои самые любимые цвета собрались. О, напишите в комментах, ваш самый любимый цвет. Может быть, из этих трех цветов есть ваш самый любимый. Шоколадный, зеленый, либо фиолетовый. А у Паши там что? Белая. Ржавые реально Тесла какая-то. Я причем такую не знаю. Потом старая ржавая Волга, еще ржавая тачка. Ты сегодня что? Этот, как его, мусорщик, что ли, какой-то? Ребят, смотрите, реально ржавые тачки собирает. Ну что ж, походу сегодня коллекция у меня покруче. Хотя вы тоже напишите, ребят, в комментах. Ну а мы тогда прокачиваем наши тачки по максимум, которые сегодня отыскали. И переходим к трем жестким испытаниям. Ну а теперь, ребят, вот такой обалденный золотистый тюнинг моей тачки у меня получился. Ребят, прокачал ее по максимуму, фулл тюнинг сделал. И только есть один минус. Она теперь нереально жестко дрифтит по зимней погоде, ребят. Вы посмотрите, просто сразу из-за двух моторов она уходит в занос. Ну ладно, проверим, кто сегодня будет быстрее. В первом испытании это у нас гонка без правил. Золотая тачка против серебристой тачки. Тесла против Hot Wheels. Паш, ты готов в гонке? Конечно, я готов. Кто берет первый финиш, получает один балл. Раз, два, три, погнали! Давай, 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 разгоняйся! Блин, у меня жесткую тачку заносит! Ладно, так, ладно, главное ей ровно управлять и сильно не газовать. Так, давай, газуй, дрифт, оп, дрифт, 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 ребят, проезжаем! Ай-яй-яй, аккуратно, главное, чтобы не развернуло! Просто обогнал в повороте на изи! Вау, не толкайся! Нет! Куда ты меня скинул? Ой, быстрее, газуй нафиг, ребят, ай-яй-яй, смотрите, он дрифтит! Ее заносит, давай, кто быстрее, два мотора, ты охренел, что ли? Все, оп, я вырвался. Опасно. Иди сюда, на тебе. А, не получилось. Ладно, ребят, два мотора позволяют этой тачке мега быстро разгоняться. Так что аккуратно газуем, шлифуем. Главное Давай. Уворачиваться от встречного трафика. Вот, успел, не успел. Едешь. Блин, а ты где? Это ты на гелике? Ты где? Ты что, ни хрена себе, тут. Там гелик на задних колесах поехал, я офигел аж. Так, иди сюда, иди сюда. Вау, у меня тачка быстрее получается. Давай, давай, у меня золотая ракета, я так назову. На тебе. Блин, я из-за тебя влетел. Давай, 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 быстрее. Двухмоторная, двухмоторная. Я решил сегодня, ребят, сделать так. Двухмоторную тачку для гонки без правил поставить. О, а получается, свою Ламборгини фиолетовую я для испытания последний выживший забрал. Ой, дрифт. Аккуратно, дрифт, дрифт, дрифт. Ой-ой-ой, жестко, главное не вылететь. Главное не вылететь, эти тачки слишком мощные, ребят. Так что нужно ехать. Мастер дрифта, чего? Ты куда там улетел, космонавт, блин? Оп, ребят, ой-ой-ой, нет, трафик. Ой, уйдите, пожалуйста, чуваки, не надо, не тараньте меня. О, тут еще, куда ты встал, тут дрифчу не видишь, что ли? Я что, развалюха какая-то? На тебе, я тебе не набрегать, уйди нафиг. Блин, ребят, зимние гонки, это самые жесткие гонки, потому что по снегу тачки нереально дрифтят так. Ой, аккуратно. Нет, чуваки. Давайте проехать. Тихо. Главное войти в поворот. Воу. Давай. Пока, Паша. Давай. Нет. Быстрей. Я буксую. Все, блин, ребят, Паша вырвался вперед. А это уже финишная прямая. Давай, газуй, тачка. Два мотора, два мощности. В два раза быстрее тачка едет. Так, аккуратно, дрифт. Дрифт. Нет, я улетел за забор. Выпустите меня. Все, получается, Паша приезжает первым, и он получает свой первый балл. Ну ничего, во втором испытании, ребят, я точно отыграюсь. Ну а мы, ребят, сменили наши тачки. Я взял себе фиолетовую Феррари или это что такое, Ламборгини. У Паши старая вообще развалюха Волга. Ё-моё. И теперь, ребят, за нами начинается охота танков и военных. И кого они первого уничтожат сегодня, то сегодня и проиграет. Потому что у нас испытание последние выжившие. Ребят, напомню вам правила быстренько. Смотрите, кто первый взрывается, тот проигрывает. Кто остается выживших, получает один балл. Я пока что проигрываю со счетом 1-0, а Паша лидирует. Ну вот, мне кажется, благодаря этой спортивной моей тачке, а у Паши то, что Волга, он сегодня будет точно последним. Все, быстрее газуем. Она спортивная, так. Ты че? Какая спортивная у тебя, старая развалюха вообще? Там тюнинг очень крутой, ты че? Смотри, я отмысл... Тихо, тут танки? А какого фига тут танки? Их раньше тут не было! Ребят, назад! Ой-ой-ой-ой! Ни хрена себе! Я чуть сам себя сейчас не подставил! Оп, все, я уехал, я спрятался. Короче, я буду прятаться, я поеду нафиг к пожарной части, все. Возле пожарной части буду крутиться, буду тут вертеться. Танки. Я говорю, главное уворачиваться. Танки. Ребят, а чё они сразу тут? Валим. Смотрите, Армагеддон какой-то, взрывы. Все, я пока буду вот здесь уворачиваться. Быстрее. Главное продержаться хотя бы одну минуту. Так, аккуратно, ребят. Можно еще тактикой. У меня тачка. Б.
У тебя так горит? Где? Ты горишь? Ай! Тебя взорвали, вот, что ли? Вот я еду. Так, ой! Давай, давай. О, опасно. Паша, ни хрена дрифтер, блин. Да, дрифтер, сосистер. Ой! Ой! Нет, 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 нет. Быстрей! Вон они едут! Банда танков! Тихо, тихо, тихо! У меня тачка не дрифтит, кстати, это нормальная тачка. Ой-ой-ой-ой! Ребят! Нет! Ты взорвался! Я взорвался! Ну мы одновременно бомбанули. Ребята, это жесть какая-то! По снегу нереально управлять и тем более уворачиваться от танков. Получается, каждый получает из нас по одному баллу. Еще становится уже 2-1. Погнали к следующему нашему последнему испытанию. Ну вот теперь, ребят, я точно отыграюсь, потому что у меня обалденный золотистый такой желтый водонарожник, ребят. У Паши какая-то старая развалюха, которую он нашел на свалке. Ну и теперь... Слышь ты! Чего? Слышь я? Это у меня, смотри, пушка-гонка. У меня две трубы даже, видишь, такие мощные, это, выхлопа. Ого. Все, ребят, смотрите, гонка по внедорожнику. Кто переприезжает, получает один балл. Счет 2-1 в пользу Паши. Раз, два, три, погнали! Оп, газуем, шлифуем, ребят, быстрее. Главное его не пропускать. Смотрите, развалюха старая. Это, кстати, грузовик из фильма про Форсаж. Ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня у нас такие снежные гонки на жестких тачках. Кстати, помните, сегодня я говорил, может быть, нам мотоцикл угонять? Ребят, реально, напишите в комментариях, кто хочет мотосерию чисто по эвакуаторам, чтобы мы могли угонять по правилам только мотоциклы, квадроциклы и всякие снегоходы. Реально, пишите в комментах, мотосерия. Вот кто? Мотосерия. А кто не хочет? Автосерия. Типа, мотосерия, автосерия. Ладно, Паша, я пока не дам первое место занять, а я пока поеду первым. Смотри, Паша, учись. Вот так берем и оп, сальтуха, вертуха. Нет, что-то передумал, не передумал, передумал. Что-то я не хочу теперь сальтухи. Красный какой-то, как ездит там сзади меня. Ты меня, ты что? Ты меня тачку мою остановил, а багажник. Ты охренел, что ли? Ты видел, ты меня за багажник схватил, остановил вообще. Я думал, ты мне хочешь откусить мою заднюю часть, задний бампер. Дрифтит. Блин, меня занесло, меня занесло. Кого-то тоже занесло. Ребят, быстрее. Давайте, давайте, давайте. Я виноват? Нет, у меня просто офигенный спортивный тюнинг. Вот, Надя! Ребят, тактика сработала, поставить Пашу. Давай, быстрее, финишная прямая, финишная прямая, ребят. Я должен приехать сегодня. Ой-ой-ой, сегодня первым, пожалуйста. Давай, право, 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 право. Оу, красный баклажан за мной гонится. Уйди, Надя, развалюха старая. Давай, Надя. Ты че, офигел? Ни ты финирился. Тихо. Не-не-не. Уничтожу тебя. Нет! Давай, 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 переворачивайся. Я тебе сейчас... Я тебе колеса спущу тебя сегодня. У меня пушек нету, блин, обидно. Я бы тебе по колесам пострелял бы. О, ребят, погода сегодня. Снежные гонки в снежном внедорожнике. Я займу первое место. Все, есть. У меня сегодня один балл в кармане. И сейчас становится 2-2. Чисто общее. Сегодня ничья. Ну, ребят, получается, мы оба сегодня занимаем первое место. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также напомню в комментариях. Напишите, хотите ли вы мотосерию в следующем видосе по эвакуаторам. Ну а с вами сегодня был Джел Владин. Ссылка на Пашу будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем покедова! Всем пока, народ! We'll be right back.